В Гянче прошла 14-я ярмарка выпускников для студентов Азербайджанского государственного аграрного университета. На мероприятии около 1700 студентов получили возможность подать заявки на вакансии, созданные 241 компанией. В числе участников мероприятия были заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров и глава офиса партнерства и координации ФАО в Азербайджане Малак Чакмак. В рамках ярмарки выпускников участники также ознакомились с материально-технической базой Центра профессионального образования, функционирующего при университете. Здесь имеются все возможности для подготовки современно мыслящих и конкурентоспособных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими выполнять задачи в конкретных сферах деятельности, связанных с различными профессиями в агропромышленном комплексе. Также участники имели возможность ознакомиться с действующими в университете лабораториями, тренажерными залами, центром выращивания кокосов, современными мастерскими и учебными аудиториями.